Всем привет и хорошего настроения, на связи Рэй, и давайте сегодня мельком пробежимся по такой игре, которая называется Сумомен. Я так понял, мы играть будем за сумоиста, ну а что здесь с ним произойдет, сейчас мы с вами и посмотрим. Ага, плывет на лодочке куда-то, лодочник его везет. Хера он жирный какой, а, ну в принципе сумоисты они такие... Довольно упитанные люди. Эй, типа, подожди. Ты так перевернешь нам лодку. Ай, извини, я даже не ожидал, что так все будет. Я просто хотел поймать маленькую рыбешку. Сиди и рот свой закрой. Не видишь, как мне плохо? А что с тобой произошло? Вроде бы выглядишь нормально, здоровый мужик. Везешь меня, толстяка. А этот там зевает. Типа, да пошел ты тут, втираешь мне что-то. А всякое бывает, типа. Да, сейчас мы скоро уже доплывем, я тебя высажу. И все будет хорошо. Надеюсь, люди будут рады твоей встрече. И зевает в это время, придурок. Да ты заколебал уже, а? Что с тобой там происходит? Не выспался, что ли? О, мы уже практически доплыли. Это недолго думаю, уже храпаля дает, а? Что такое? Так, выбрались мы куда-то. Да, типа, совсем оборзел, блин. Даже не мог довести меня до точки. А этому похрен, засасывает там, блин. Ну что, получается, с этого момента начинаем уже играть именно мы. Так, ну понятно, стиком это мы управляем ходьбой. Прыжок, что он там? Гамбургеры какие-то хватает. Жрет все на пути своем. Что за деревня Харпунов, а? Все спят. Может какой-то... Да хорош, ёпростые, жирный, эй. Ты угомонись, а. С разбега, может, надо? Давай, а. Молодец. Съешь он пончик лучше. Что? Так, а туда нельзя, я так понимаю, да? Только по прямой. Так, ну, мостик, надеюсь, выдержит нас. Да хорош, ёп. О, нормально. Что такое? Что? Что это за музыка такая? Так, ящики сдвигаем. Ага, мы скинули ящики, нас поднял лифт. А до этого пончика мне не допрыгнуть, получается, да? Да хорош, вставай, жил. Ё-моё. Так, кнопка U. Это что такое было, сейчас не понял. Откат времени, что ли? Да, по ходу дела получается так. Я упал. Гонг это... На улице еще светло, а они все спят. В чем проблема? Блин, я боюсь по этому мостику бежать. Он хрупкий какой-то для тебя. Сумомен, а? Тебе так не кажется? Ладно, жирный, не бзди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какого хрена ты развалился, урод? Вставай. Так. Да ну нафиг. Эй, завязывай так дурковать-то. Ё-моё, какой он непропорциональный, а. А, это оказывается, знаете что, ребята? Это суши висят. Не бутерброды. Или суши, или роллы. Ну что-то в этом роде. Да завязывай это уже дурковать-то, придурок, а! Ну вот, другое дело. Блин, все спят. Мостик. Похож на лифт, а не на мостик. И что мне тут делать? Тупик тут, ребят. Так, ну-ка. Может быть, как-то... Как-то, наверное, с ящиком... Ага, Б. Ну, давайте подтащим. Ну, замечательно просто.
Опачки. Так, куда-то ускакали мы. Якозуна, Азери, Сикиваки. О чем тут вообще говорят? Так, 10 из 15 мы собрали этих роллов. Идет он с фонариком в темноте по лесу. Пошел в какую-то пещеру. С какого перепуга-то? Так, ребят, здесь нужно аккуратненько как-то, наверное, пройти. Не упасть в воду. Так, молодчага. РТ. Так. Опа. Да ну хорош, ёпрсты. Да завязывай ты уже, жирный. Ё-моё, блин, ну. На ровном месте падает, ребят, вы видели, а? Ну, чепушило. Прыгай на... Прыгайте, сказал. Да что ж такое? Обо что ты там врезался-то? Вроде ничего нету. Не, серьезно, ничего нету. Во что он там мог упасть? Так, здесь тоже ничего нету. Никакого препятствия на... Ага, все, замечательно. Так, а вот здесь надо уже пробивать. Давай свою стоечку. Да не то ты делаешь-то. Пробивай. Во. Так, здесь надо перепрыгнуть. Тоже аккуратно, чтобы не упасть в воду. Эй, эй, завязывай, придурок, блин. Да завязывай, я тебе сказал, жирный. Ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Так, давай, разбежались и... Отлично. Еще. И еще. Да ядрить твою на корень, да? Мутант хренов, блин. Откормился пузо. Замечательно. И тут что ли все спят, да? Спят все. Что за бред? Игра аркада. Голимая причем. Но то, что ты управляешь этим жирным, неповоротливым, как матрешка, блин. Нет, матрешка хоть встает на место, а этот... Как Ванька, не встанька. Если упал, то встать уже не сможет. А падает он на всякой ерунде. Да ядрить твою налево, а! Головой ударился, упал. Споткнулся, упал. Ядрить его на корень. Все, хорош жрать роллы. Я даже не знаю, что они тебе вообще дают. Какой ты сволочь неповоротливый, а? Так, пробиваем. Вот, молодец, хоть на что-то годишься. Ребята, куда мы вообще идем? Для чего мы сюда приплыли? Так, какие-то бамбуковые палочки. Давайте-ка заново попробуем. Потому что она... Давай там мне аккуратнее жонглируй ты. Да еб твою мать, а! Сволочь ты поганая, блин. Нет, ты посмотри, а? Он специально издевается надо мной, блядь. Ядрить его налево. Все, прошли. Пробивай своей головой тупорылой. Давай дальше манипулируй. Так, подожди, здесь аккуратненько надо. Опа. Опачки, поплыл торпедкой вниз. Да, откатка-то тоже недолго действует. Ну, хоть прошел. Так, я даже не пойму, если честно говоря, в чем здесь суть. Управляем каким-то жирным, который... Тихо-т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 ихо. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ну, прыгай. Быстрее. Ну что ты, сволочь? Гребаный жиртряс, а. Какой же ты неповоротливый, какой же ты медлительный. Толстый, медлительный, неповоротливый, неуклюжий. Ё-моё, это как же с тобой игру-то проходить? Пробивай. Ну вот, наконец-то вышли, наверное, из пещеры, из этой. Так, уровень пройден. Так, опять 10 из 15 мы нашли. Ее на куче. Мы получили красный пояс сумоиста. Теперь мы просто непобедимы.
что ж, давайте глянем. Ё-моё, опять пещера, что ли? Блин, я в ожидании того, что мы выйдем отсюда. Давай, перепрыгивай. Так, а это что такое? Нифига он прыгает, что ж. Мостики ломаются под ним. Так, а здесь у нас не получится, да? Не получится, это надо ящик пододвигать. И с него уже прыгать. Ну, запрыгивай, блин. Ему нужно обязательно с разбегом, он же у нас как гурман, блин. Понимаешь ли? Тихо, тихо, стой! Тихо ты! Неуклюжий ты кусок свинины. Молодец, я просто. Он любит плавать у нас, ребят. Его хлебом не кормить, дай понырять. А кстати, а действительно, а что если я в воду прыгаю? Что будет, я умру или нет? Неужели сумоисты не умеют плавать? Так, а здесь у нас показывается Б. Надо крутить. В какую сторону-то не могу врубиться? И что будет? Ага, мы поднимаем какой-то мостик. Ну, давайте, давайте. Поднимем и... Переходить, наверное, надо. Ага, перешли. Здесь у нас возвышенность, причем большая довольно-таки. И это получается, нужно нам что-то поставить на нее. Так. Ага, хрен там. Это получается, нам нужно что-то сюда поставить, а уже с этого что-то прыгать дальше вверх. Сейчас попробуем еще разок. Стой, зараза. А нет, нет, мы, оказывается, и так справились. Не, ребят, действительно, он такой неуклюжий, баран, вообще. Красный пояс еще за что-то получил. Это, наверное, самый неуклюжий человек в мире. Давай пробивай. Да ёб твою мать, а, ну что ты? Ты что, специально, что ли, любишь... Харри об землю стучаться. Так, а здесь уже серьезно не запрыгнуть. Надо что-то... Ага, ящик есть. Давайте подвинем его. Да бери ты ящик, говорю тебе. Вот, наверное, вот так вот. Да? Мы на него, а с ящика уже на маленький этот островочек перепрыгнем. И дальше... Да ядрить твою налево, а! Жирный, завязывай уже. На самом деле достал. Ты мне так всю игру будешь мозги компенсировать своими падениями нелепыми. Я даже запрыгнуть не может, урод, блин. Да ёб твою мать, а. Такой баран, блин. Так. Ну, ё-моё, ну немножко не хватит. Слушай, ребята, я ему сейчас лично сам морду размажу, просто-напросто. Твою дивизию, а? Он что вытворяет, блин, придурок? Твою мать, а? Ну просто... Просто пиздец, ребят. Вы извините за выражение. Вот это вот извращение смотреть, блин. Так, запрыгивай. Отсюда, сюда. Вот. Это нормально. Балансировка. Какая-то еще... А, ну хоть подвязанная. Ладно. Опа-на! А как быть? А как быть, ребята? Так, кажись, раскачивается, да? Ну, это хорошо. Блин, ну нам надо выше. Мы не допрыгнем. Да ё-моё, ну побольше что ли надо? Давайте поболее возьмем, вот так вот. Опа, залетел, малорик. Так, отметку прошли. Иди ешь свои суши. Так, погодите-ка. Тут что-то обвалы у нас.
Ну это правильно, под такой массой что удержит? Ничего абсолютно. Так, мостик тут у нас какой-то. Погодите. Правильно ли я вообще сделал, что скинул его? О! Жирная толстятина. Так, и тупик, да? Значит, надо идти обратно. Где здесь? Чё? Ага, опять балансировка. Ну, давайте раскачиваться все заново. Раз, два. Смотрите, да? Жирный, толстый. А по какому-то тоненькому бревну он, видите ли, пройти может. Растопырив ручки. Так, хорош там падать на ровном месте уже. Совсем что ли не похмелялся с утра, блин. Бухой штормит его всего, блин. Ну. Так, здесь пробиваем. И что нам это дает? Ровным счетом ничего, да? Так, ну мост я вижу пока пустой. Ну что-то там встал. Да еб... Так, нам нужно разбег. С разбега запрыгивать. А может быть ящик подвинуть? С ящика прыгнуть? Давайте попробуем так сделать. Так, выставили. Давайте ящик туда затаскиваем. Я уже забыл, честно говоря. Да, вставай ты уже. Я уже забыл нашу идею, что мы хотели сделать-то. А, поднимаем сейчас повыше тележку эту. А с нее уже на следующую на следующую платформу будем перебираться. Замечательно. Так, давай. Сумамен, разбежись. Прыгай на крышу, с крыши уже куда тебе надо. Черт, ребята, не хватает по ходу дела. И что? Тихо, тихо, не падай. И что ты прикажешь делать с ним? На остановке разговаривать? Я уже на это даже внимания не обращаю, что он там падает. Куда он там падает? Так, высоковато, да? Ну, давай пониже, наверное, немножко. Вот так. О, самое то, что надо. Если бы он еще не дурил бы, было бы вообще великолепно. Так, запрыгиваем, запрыгиваем. Ну, прыгай. Твою мать, нахер ты тормозишь? Надо... Ну, он практически уже забрался. Видели там, болтыхал ножками. Но мне-то только от этого почему-то не легче. На ровном месте. Просто, смотрите. Падает и все. И хоть бы хером. Причем не имеет значения. На спину, на живот. Будет валяться и помирать. Пробивай. Я, конечно, все прекрасно понимаю. Но сумоисты не могут быть такими безалаберными и неуклюжими. Ни столбика жизни, ничего нету. Так, опа-на. А это что такое у нас? Так, они падают, сбивают мне. И что делать? Пробежать надо как-то по-быренькому или что? Что за гвоздка? Давайте с разбегу. Да. Ё-моё, да далеко мы так уйдем, ребят. Далеко. И чё, и зашибись. И даже нету платформы, по которой надо идти. Этого времени мне не хватит, чтобы я смог запрыгнуть на мостик и пробежаться по нему. А как же быть тогда?
Так, я уже даже не обращаю внимания. Валяется дебил. Пускай валяется. Так, запрыгнули мы. Блин, мне уже даже землю жалко. Как он ее зубами там перемалывает. Ну, смотри, что вытворяет этот козел, а. Ему не сидится на месте, придурку этому. Блядь, жирный урод, тварь ты вонючая. Вставай давай. Нет, 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 не надо, не надо валяться. Чё ты делаешь-то? Чё ты делаешь? Успокойся. Йо-хоу. Так. Не, ну а на самом деле, ребят, я не знаю, что надо. Ну вот я плыву. Дрожь земли. А я на месте, ничего не происходит. И не тону, и не плыву на одном месте. Ну есть одна, конечно, идея. Давайте сделаем откат. Опачки, а у меня времени не хватает сделать его. Здорово попали. Ну ладно, ребят, на этом я буду заканчивать свой коротенький такой, как бы даже не обзор, а смотр игры. Мне, в принципе, прекрасно все ясно. Это аркада с определенными головоломками. В общем, увидимся с вами в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока. Can't stop bouncing.